Знакомьтесь, это вот мой герой, самый добрый в мире маг, чародей, волшебник Жак. Серия книг «Волшебник Жак в Самаре. Экскурсия для детей по городу в стихах». Узнать обо всех достопримечательностях города на Волге детям помогает добрый маг. Вместе с друзьями Жак отправляется гулять сначала по набережной, потом по историческому центру. Дети очарованы городом и понимают, что никакого волшебства не нужно. Магия вокруг нас, и заключается она в красоте и добрых поступках. Эту идею пытается донести детям автор Наталья Черных. Здесь волшебства не надо, настолько прекрасный город. Мы просто хотим его посмотреть, погулять. Покажи нам вот этот город. Да. Жак говорит о том, что волшебства не надо, он заболел. И вот выручка друзей, и друзья пришли на помощь, помогли. И тем самым вот здесь волшебства не нужно, когда есть дружба, понимание и выручка. На встрече с дошколятами Наталья Черных рассуждала о волшебстве вместе с маленькими читателями. Дети находили магию во всем – в снежинках, радуге, грозе и в зимнем узоре на окнах. Рассказали, что бы они сделали, если бы были волшебниками. А Наталья подсказала, что магом может стать каждый, если будет делать добрые поступки, потому что это и есть чудо. Однажды волшебник Жак заболел. Он потерял свою волшебную палочку и не мог совершить чудо-исцеление. Но чудо совершили его друзья. Они вылечили Жака. Вот как в жизни важны друзья. Встреча с писательницей Натальей Черных прошла в рамках недели детской книги. И многие дети воспринимают книгу как должное, не видя ту трудоемкую работу, которую выполняет писатель, иллюстраторы, редакторы и само издательство, которое выпускает книгу. И когда наши читатели общаются с авторами напрямую, для них книга буквально оживает, и они видят в нем не только интересные истории, но еще и видят самого автора. В конце встречи Наталья Черных рассказала детям о новой книге, которая скоро увидит свет. Иллюстрации к ней нарисовала сама писательница. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.